Привет всем подписчикам и зрителям этого канала. Друзья, спасибо, что вы добавляетесь. На этом канале будут специальные проекты, которые не будут выходить на основном канале. Какие-то экспериментальные темы, те, что вы пишете в комментариях. Я буду прислушиваться и снимать именно что-то новенькое, необычное, интересное. В данном видео я расскажу вам про новые 5 гривен, которые вышли монетой. Также покажу вам новые 50 гривен и расскажу, какие у них есть особенности. Так что, если интересно, продолжайте смотреть. А перед тем, как я буду показывать эту монету и банкноты, хочу сказать, что на основном канале прямо сейчас проходит праздничный розыгрыш монеты из серебра. Друзья, не часто провожу такие розыгрыши. Это вторая монета из серебра, которую я разыгрываю на своем канале. Посвящена она тому, что канал приближается к цифре 25 тысяч подписчиков. Для того, чтобы поучаствовать, нужно быть подписчиком этого канала и на основном канале под видео с реакциями продавцов написать любой комментарий и поставить лайк. Ссылочка сейчас в правом верхнем углу у вас появится. Это что касается бонусов и подарков. Ну что, а теперь давайте перейдем к монете номиналом 5 гривен. Конечно, очень много негативных отзывов по поводу монет. 1, 2, 5 гривен. Для людей, конечно, это не всегда удобно иметь такую вот копейку, такие монетки у себя. Я вообще ношу кошелек без отделения для монет, хотя сам по себе являюсь коллекционером. То есть, так как обычный человек, это не совсем удобно. Видим вот такой вот обновленный дизайн данных 5 гривен. Честно скажу, из всей линейки дизайнов, которые у нас были представлены, самый мой любимый — это вот этот первый стартовый дизайн. Кстати, как я знаю, именно с этой банкноты стартовал, именно эта банкнота была эталонной, именно ее нарисовали на конкурсе художники, которые рисовали данные банкноты. Видите, 92 года образец данной банкноты. Очень она мне нравится, интересная. Понятное дело, это банкнота в коллекционном состоянии. Вот этот дизайн действительно эталонный, который мне безумно нравится. И я считаю, что на бумажных деньгах, конечно же, гораздо больше можно разместить информации, каких-то интересных графических элементов, каких-то интересных, действительно интересных вещей. Она у нас была изменена по дизайну, как видим, у нас портреты известных деятелей перемещаются на банкнотах. Кстати, сейчас, когда мы перейдем к банкноте 50 гривен, вот так они у нас выглядели. Первый дизайн, да, потом у нас следующий дизайн тоже справа, а потом мы все-таки вернулись к тому, что находится Грушевский по центру. Кстати, к тому и вернулись, к тому, что данные портреты находились по центру размещения банкнот. Ну, давайте дальше перейдем. Вот так у нас менялась данная банкнота. Кстати, если вы видите, здесь можно посмотреть на подпись главу Национального банка на момент выпуска данных банкнот. Банкноты ценятся по подписям. Вот мы можем сейчас посмотреть. Смолей, Гонтарева, Кубивс, Соркин, Арбузов, Ткипка, Стельмах, Ющенко и Гетьман. Вот такие подписи, Матвиенко, конечно, а вот такие подписи в нескольких даже вариациях встречаются на банкнотах, на украинских банкнотах. Вот, давайте покажу теперь 5 гривен. Монета будет у нас большим тиражом. Тиражи не сообщает Национальный банк, они не указаны ни в каталогах, ни в каких-то пресс-релизах. Вот такая вот монетка, довольно толстенькая, если сравнивать ее с, например, с 1-2 гривнами Богдан Хмельницкий. Ничего, довольно рельефная монета, если посмотреть. Ну, хотя можно было бы сделать и глубже. Ну, я думаю, такой формат могут быть, скорее всего, встречаться в будущем какие-то непрочеканы. Я думаю, мы еще встретим, увидим, они будут. Пока в роллах не удалось достать эту монету, чтобы полноценно ей порасплачиваться. Ну, я думаю, это мы реализуем, и будет довольно интересное, прикольное видео. Узнаем мнение наших горожан, что думают они про вот эту вот конкретную монету. Видим год 2019. На презентации данная монета была выставлена
2018 года. И это была, скорее всего, пробная партия. Хотя, может быть, их и планировали запускать. Там точных данных не оглашалось. Может быть, их тиражи довольно большие, именно пробных монет. Ну, сложно сказать, потому что эта информация, скорее всего, засекречена. И только сотрудники Национального банка знают, какое количество начеканено этих монет 2018 года. Можем обратиться к каталогу, совсем свежему. Вот только-только у нас вышел каталог монет Украины Максима Загреба. Кстати, у меня несколько в наличии. Кто хочет, напишите мне в Телеграм, могу отправить. Такой вот предзаказ могу вам организовать. В данном каталоге указаны эти монеты 2018 года как пробные. В принципе, автор, возможно, знает больше, чем мы с вами. Поэтому в данном случае указана как пробная монета. И она, скорее всего, если будет появляться, то цена у нее будет хорошая. Обычный 2019 год, цена у нее 5 гривен, дорожать она не будет, так как тираж будет сумасшедший, и никто не знает какой, так что не верьте слухам, которые пишут в интернете, сколько тираж. Эта информация пока недоступна, пока Национальный банк ее не огласил. Также планируется в наборах данная монета, 300 гривен она была оценена в состоянии proof. Ну, посмотрим, будет интересно, наборы у нас сдвигаются, как и данная монетка, которую мы очень все ждем. Посмотрим в январе-феврале, надеюсь, наборы уже будут в наличии, можно будет их и купить на аукционах, и непосредственно попробовать свою удачу с онлайн-заказом. Ну что, давайте переходить к следующей. Это мы поговорили про монету 5 гривен и банкноты, соответственно, которые у нас выходили. Довольно, ну, интересно. Напишите свое мнение, что думаете по поводу этой монетки, как она вам. Ну, в принципе, как новинка, это довольно интересно, но в целом, я думаю, эти монеты нас еще достанут, они будут теряться, как 1-2 гривны, мелкие, неудобные, тяжелые. И их запланировали минимум на 20 лет, скажем так. Вот, переходим к следующему. Это банкнота 50 гривен. Покажу вам сейчас первые выпуски. Довольно интересные банкнотки. В данном случае у меня с подписью Виктора Ющенко 50 гривен. Я не являюсь банистом, коллекционирую в основном монеты, но какая-то минимальная коллекция бумажных денег украинских у меня есть, так что есть возможность с вами поделиться, показать, как это выглядит. Вот такая вот, это у нас была первая банкнота, потом она у нас поменяла, немножко помолодел у нас Грушевский, как видим здесь, да, и помолодел с подписью Тегибко, 2004 год, довольно дорогая данная банкнота. Кстати, можно посмотреть стоимость банкнот и серии, тоже в хорошей книге, посвященной бумажным деньгам, тоже Максима Загреба. Теперь у нас она отдельно выдается. Раньше в каталоге было и монеты, и банкноты. Сейчас есть отдельно довольно полная данная книга. И вот здесь можно посмотреть цены с конкретно сериями. Да, мы выбираем год, выбираем банкноту, подпись и конкретно видим, какая серия данной банкноты. Вот, например, данная банкнота у меня, вот для примера я покажу, данная серия ГУ у меня 2004 год. Посмотрим ГУ 2004 год в состоянии прессовом, стоит 800 гривен. Банкнота интересная, дорогая, можно положить к себе в коллекцию. Дальше мы переходим к следующей банкноте, которая уже прямо сейчас у нас выходит. 200 гривен у нас в феврале анонсирована. В принципе, она не сильно яркая, такая довольно серенькая. И не могу сказать, что она довольно красочная банкнота. Обычный полтинник, даже как-то мне кажется посерее, чем вот этот вот. Видим много защитной информации на данной банкноте, защитных степеней. Сейчас очень в комментариях и в социальных сетях гуляет информация, что покупайте банкноты Украины поддельные. Друзья, это все развод, это все мошенники, которые мало того, что предлагают людям зарабатывать нечестным путем, так и
и после пополнения и заработках на этих доверчивых людях, они просто ваши аккаунты будут блокировать, и вы ничего не заработаете. Потому что банкноты, если бы вот то количество людей, которые пытаются их продавать, действительно было такое количество подделок, мы бы это реально ощутили, Национальный банк эту информацию бы реально распространял. А так как таких заявлений нет, фальшивок находится не так много, тем более мелких номиналов так точно, возможно, 500-ки действительно и делают, и есть обзоры на Ютубе на поддельные 500 гривен. Но в данном случае, я думаю, это только рассчитано на того, чтобы заработать на доверчивых людях, которые ищут легкого заработка. Вот такая вот интересная банкнотка, друзья. Попробуем также заплатить в будущем. Но я думаю, особого резонанса вообще она не вызовет. Единственное, что мы видим здесь серия АА, но в таких больших тиражах эти банкноты, небольшую стоимость будут приобретать. Так что коллекционный у нее интерес не очень большой. Можно положить в альбом, чтобы просто была интересная новая банкнота с прикольным дизайном. И хочу сказать огромное спасибо моему подписчику Олегу, который мне прислал данную банкноту и данную монету. Спасибо тебе огромное. Благодаря тебе вышло два, можно сказать, обзора на Ютубе. У меня и на канале Numismatics TV. Мы с Мишей вчера записали это видео у него на канале, тоже загляните, посмотрите, что он говорит и показывает про вот эти вот 5 гривен и 50 гривен. Вот такой вот ролик для вас сделал. Если есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях, я с радостью отвечу и обязательно заснимем реакции немножко позже. Подпишитесь на этот канал, чтобы участвовать в конкурсе на серебряную монету и на основной. И до новых встреч, друзья. Всем пока!